О патриотическом воспитании молодежи в день студента речь шла на встрече главы Чувашии с представителем Министерства обороны России. Советник управления государственного патриотического воспитания Вооруженных сил России Владислав Сенкевич отметил: воспитательная работа – одна из важнейших составляющих подготовки молодых людей к службе в армии. В Чувашии эта работа налажена. Радует, что есть и клубы патриотические, и есть те, значит, поисковые отряды, которые большую очень работу делают. Приятно, честно сказать. Спасибо. И что еще тоже хочется отметить, что вас действительно тоже начинает набирать обороты движение на армейское. Михаил Игнатьев поблагодарил гостей за оценку и добавил: Чувашия – один из немногих регионов России, где традиция проведения игр юноармейского движения «Зорница» и «Орленок» не прерывается уже почти полвека.